Всем привет! Всех, кого интересовала герметичность вот этого гироскутера, вот смотрите, у него есть вот эта резинка. Это на днище. Соответственно, она вот сюда прилегает, закрывает все разъемы, все элементы, которые могут быть подвержены водой. То есть вот эти только штуки у него открыты, сюда, как бы, если вода попадет, здесь ничего страшного в этом нет. То есть эта вся часть закрыта. И верхняя часть тоже у него закрыта. Вот здесь у него резиночка защищает разъем. Здесь вот это я тоже все разбирал. Там есть еще одна резинка, еще одна прокладка. Даже если у вас здесь все зальет водой, то туда дальше она не попадет. Поэтому можете не бояться ездить под дождем. Все здесь продумано и защищено. Вот здесь эта крышка, в которой хранится пульт. Здесь тоже есть резинка. Вот она уплотнительная идет. То есть сюда к пульту вода тоже не доберется. Так что то, что там написано, что желательно не ездить под дождем, они все равно себя застраховали от этого, потому что поняли, что люди все равно будут ездить под дождем. И все защитили. Всем пока!